Жители Тюкалинска 3 года пили техническую воду вместо питьевой. Ее с 2014 года подавали во все дома, школы и детские сады. Следственный комитет подозревает сотрудников администрации района в халатности. Возбуждено уголовное дело. По данным силовиков, за последние 3 года чиновники не создали условия для того, чтобы жителям подавали нужное количество питьевой воды хорошего качества. В итоге пить и готовить людям приходилось из воды, которая не отвечала санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, была вредной по химическому составу.